Уже на следующей неделе родители будущих первоклассников в Барнауле смогут начать ощущать вступление семьи в новый период. С апреля школы города будут зачислять детей, которые этой осенью впервые сядут за парты. Подать заявление, как и в прошлом году, можно разными способами. Всего их 4. В электронном виде через портал государственных услуг, это в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края, это при личном обращении в школу непосредственно и через почтовое письмо с уведомлением. Как и в прежние годы, зачислять первоклассников будут в две волны. Первоочередное право есть у детей участников СВО. Затем преимущество у детей сотрудников правоохранительных органов и тех, чьи братья и сестры посещают данную школу. Немаловажное значение имеет и место прописки. По этим критериям большую часть первоклашек закрепят за школами в первую волну зачислений, которая продлится до конца июня. Второй этап приемной кампании с 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закрепленной территории. Если ребенок, допустим, не попадает в данную школу, соответственно, родители должны обратиться в комитет по образованию, где мы в комитете по образованию подскажем, в какую из ближайших школ можно будет подать заявление, где есть свободные места. В любом случае, говорят специалисты комитета по образованию, никто вне школы не останется. Тем более, что в этом году конкуренция за место будет не столь жесткой, как прежде. Первоклассников по сравнению с 2023, к примеру, на 500 человек меньше. А это значит, шансы попасть в школу рядом с домом или просто желаемую уже возрастают. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.